Всем привет! Вы на канале Pro Fashion. Меня зовут Натали. Здесь все про стиль и тренды. Сегодня я хочу с вами поговорить про актуальные жакеты. Несколько моделей из подборки вас как минимум удивят, а как максимум вы будете в шоке. Погнали смотреть! Сразу хочу начать с шокирующего тренда. Это жакет с пайетками. Для многих он действительно будет шокирующим, потому что пайетки мы привыкли видеть на новогодние праздники, на какие-то тематические вечеринки, либо же дни рождения. А в повседневной жизни, конечно же, пайетки не увидишь. И пайетки очень классно подходят для лета и весны, их очень легко стилизовать, а вот зимой и осенью многие не понимают, как же это все стилизовать, чтобы было стильно и красиво. Сейчас большое количество вещей в пайетках, можно увидеть брючные костюмы, также юбки мини, либо же макси. На самом деле это очень крутой тренд, который может разбавить ваш гардероб, а также пайетки добавляют образу фактуры. Как же носить жакет в пайетках в повседневной жизни? Выбирайте обычные прямые базовые джинсы, добавляйте белую либо же черную футболку, или же это может быть лонгслив. Добавляйте к вашему образу жакет в пайетках, из обуви выбирайте каблук либо же низкий ход и добавляйте любимую сумочку. Образ на каждый день готов. Так же самое можно поступить с брюками и с юбкой. К брюкам либо же юбке добавить обычный базовый свитшот, добавить кроссовки, любимую сумочку либо же рюкзак, и у вас получается очень такой спокойный и расслабленный образ. За счет обычных базовых вещей вы балансируете в образе и не добавляете слишком яркости, потому что и так юбка у вас яркая, а за счет базовых вещей вы успокаиваете яркую активную вещь. Следующий жакет — это жакет без лацканов, он очень элегантный и прямой жакет. Также этот жакет вдохновлен японскими мотивами за счет минимализма и силуэта линий. Конечно, он должен быть структурным и держать свою форму. Также этот жакет очень круто будет смотреться с брючными костюмами, чтобы поддержать свою эстетику элегантности. Но также его можно сочетать с тем, что очень типично для него. То есть это могут быть спортивные брюки, либо же джинсы или шелковая юбка. То, что ему противоречит, вы будете играть на контрастах, и это очень будет стильно смотреться и интересно. Третий жакет, они сейчас очень актуальны, это белые жакеты. Я знаю, что многие откладывают белые жакеты на весну и лето, а вот осенью и зимой они не знают, как же их стильно сочетать, либо же считают, что белый жакет — это только для весны и лета. Так же само, как и белые джинсы зимой. Многие их откладывают на лето и весну и считают, что не стоит их носить зимой, но на самом деле белые вещи очень круто смотрятся зимой и осенью на фоне всего темного, либо же черного. Так же само мы берем жакет и соединяем его с нетипичными для него вещами, чтобы сбалансировать образ и сделать его неожиданным. Тренд этой осени — серые либо же черные джинсы. Конечно же, у нас были и светлые джинсы, и насыщенные джинсы, а сейчас у нас в тренде серые либо же черные. Вы можете взять серые джинсы либо же черные. Например, берем черные джинсы, черную футболку либо же лонгслив, добавляем белый жакет, выбираем из обуви лоферы либо же ботинки, добавляем самую любимую сумочку. На самом деле получается очень интересный такой и стильный образ. В нем можно сходить и на собеседование, и на встречу с подружкой. Следующий, предпоследний тренд в нашем случае — это приталенные жакеты. Они возвращаются к нам с 90-х, тогда они были очень актуальны. Такой силуэт был очень актуален в те времена, также в ближайшее время он останется актуальным. Вы можете дополнить в образе линии за счет оверсайза, либо же джинс-клёш. Вы можете играть на контрастах и добавить объема вниз. То есть у вас приталенный верх, и вы можете добавить брюки карго, либо же юбку карго. Также что-то нетипичное и более спортивное. И последний жакет в нашей подборке,
рынке он очень и очень актуален. Он как зашел в моду, так никуда и не выходил. Это максимальный оверсайз жакет. Максимальный оверсайз жакет, он очень классно смотрится в образах, а также очень круто балансирует силуэты. Очень круто оверсайз жакет смотрится шелковой юбкой миди, либо же с платьем комбинацией. Также очень классно смотрится с джинсами, с брюками карго, спортивными брюками, с леггинсами, а также с кожаными брюками. То есть он универсален и подходит под все низы. Самое главное при выборе такого жакета, чтобы он был не со спущенной линией плеча, а наоборот с приподнятой. Потому что мы не делаем в образе мешок, а наоборот добавляем красивые пропорции. Это все актуальные жакеты на этот сезон. А вы, пожалуйста, напишите в комментариях, какой жакет вам понравился. Спасибо большое за просмотр. До новых встреч в новых видео.